И снова здравствуйте, вы на канале Девайс, и сегодня мы рассмотрим материнскую плату MSI MEG Z490i Unify. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, будет много интересного. Итак, начнем. Чтобы обеспечить надлежащие условия работы для флагманских процессоров Intel, плата наделена 8-фазной системой питания с прямым подключением фаз, цифровым шим-контроллером и силовыми модулями, рассчитанными на ток до 90 ампер. Полностью цифровая система питания – необходимое условие для хорошего разгона, ведь она позволяет с максимальной точностью регулировать напряжение питания процессора. Функция калибровки цепей питания Load Line Calibration отвечает за то, чтобы подаваемое на процессор напряжение всегда находилось в пределах заданного значения. Она необходима для повышения стабильности при разгоне компьютера. Процессор и другие компоненты защищены от повреждения в случае короткого замыкания. Материнская плата обладает полноценной поддержкой XMP профилей, благодаря которой можно автоматически загружать агрессивные настройки модулей памяти. Плата поддерживает новейшие стандарты подключения накопителей для хранения данных. Скоростные интерфейсы позволяют полностью реализовать весь потенциал современных устройств. Добавив к жесткому диску устройства на базе памяти Intel Optane, можно увеличить его производительность до уровня SSD. Накопители Intel Optane отличаются высокой скоростью передачи данных, низкой латентностью и долгим сроком службы. Порт 2.5G Ethernet позволяет передавать данные по проводной сети быстрее, чем при применении широко распространенного оборудования стандарта Gigabit Ethernet. Это отличное решение для требовательных пользователей. Стандарт Wi-Fi 6 обеспечивает увеличенную пропускную способность беспроводной сети за счет применения ряда инновационных технологий. Например, в отличие от стандарта Wi-Fi 5, в рамках которого пакет с данными может отправляться лишь одному устройству на каждом канале, в рамках Wi-Fi 6 пакеты данных могут объединяться и отправляться сразу нескольким устройствам одновременно. В результате повышается скорость обмена данными с каждым подключенным к беспроводной сети устройством. Беспроводной модуль Intel с технологией MU-MIMO обеспечивает скорость передачи данных до 2,4 гигабита в секунду по сетям Wi-Fi 802 и 11AX, а также предлагает интерфейс Bluetooth для подключения периферийных устройств, также без каких-либо проводов. Аудиопроцессоры, обслуживающие фронтальные и тыловые аудиоинтерфейсы данной материнской платы, защищены от электромагнитных помех, что гарантирует великолепную частоту звучания. Правый и левый каналы звукового тракта разведены в разных слоях печатной платы, чтобы минимизировать помехи. Для защиты слуха пользователя аудиосистема с технологией Audio Boost подавляет щелкающие звуки, которые возникают при подключении кабелей к аудиоразъемам и включении и выключении ПК. Реализована поддержка воспроизведения и записи звука в формате DSD Super Audio CD в 64 раза качественнее, чем с обычными компакт-дисками. Цифровой интерфейс SPDIF позволяет передавать аудиосигнал без малейших потерь качества. На задней панели материнки вы найдете и разъем Thunderbolt 3. Это высокоскоростной периферийный интерфейс с пропускной способностью 40 гигабит в секунду и последовательным подключением до 6 устройств. Кроме того, данная материнская плата поддерживает вывод видеосигнала на совместимые дисплеи по протоколу DisplayPort 1.4. Задняя панель включает в себя пару видеовыходов DisplayPort и HDMI, два порта USB 2.0, три порта USB 3.2, один порт USB 3.2 Type-C, одну LAN-розетку, 5 портов аудио-подсистемы с оптическим выходом и 2 разъема SMA для антенны Wi-Fi. 10-слойная печатная плата поддерживает стабильную передачу сигналов высокоскоростных интерфейсов. 2 слоя заземления вокруг крепежных отверстий гарантируют защиту материнской платы от электростатических разрядов. Наиболее скоростные SSD могут снижать свою производительность под высокими нагрузками, чтобы избежать перегрева, поэтому им не помешает дополнительное охлаждение. На данной материнской плате оно реализовано в виде радиаторов M2 Shield Frozer. Данная материнская плата поддерживает все самые популярные системы водяного охлаждения, доступные на данный момент, облегчая их установку с помощью специально выделенных свободных зон. Также у нее имеется отдельный разъем для подключения водяной помпы, способный выдавать ток силой до 2 ампер и позволяющий гибко регулировать скорость ее работы.
работы. Слоты PCI-Express Steel Armor на данной материнской плате имеют дополнительные точки пайки и усилены стальными элементами, что позволяет использовать массивные видеокарты без риска повреждений. Кроме того, такая конструкция слотов обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Защелка увеличенного размера облегчает установку и извлечение платы расширения из слота PCI-Express. Светодиодные индикаторы, соответствующие всем ключевым компонентам, помогут быстро найти источник проблем, если компьютер работает не так, как должен. Чтобы сделать процесс установки материнской платы более простым и безопасным, на нее заранее установлена заглушка для задней панели компьютерного корпуса, которая защищает интерфейсные разъемы от физических воздействий, а также предотвращает их повреждения от электростатических разрядов. MSI Dragon Center – это централизованное приложение, объединяющее в себе множество программных утилит MSI. С их помощью вы получите доступ ко всем возможностям своей материнской платы. MSI App Player наделяет компьютеры и ноутбуки MSI возможностью запускать мобильные игры с великолепным качеством изображения, удобным управлением, поддерживаются мыши, клавиатура и множеством дополнительных функций. Достойных упоминаний отзывов на эту материнку в интернете я не нашел. Если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Device. Скоро увидимся.